Игрейна! Лафаэт! Это крайняя опасно, друзья. Уже сдаетесь, маркиз? На позиции! Я прикрою! Идемте! Снимайте снаряжение. Лафаэт, Галахад, вы должны захватить кабину. Без шума. Вас понял. Мы с Изабель пойдем на разведку. Нам нужен наблюдатель среди гостей. А мне и надеть-то нечего. Придется подыскать себе платье. Можно ли применять силу? Да, маркиз. У нас нет времени разбираться, кто заговорщик, а кто простой охранник. Нам не впервой работать без страховки. Это так. Однако, мы собираемся угнать флагман объединенной индийской компании. Все ясно? Тогда идем. Себастьян, я должен спросить. Кто тот старик? Вы говорили в Мэйфере и Уайтчепеле. Старик. Долгая история. Я поведаю ее вам, когда придет время. Но многое мне самому еще неизвестно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Совету совсем не по нраву, ваше своеволие. Орден сильно изменился, Грейсон. Да. Вы это уже не раз говорили. Терпение, мой друг. Всему свое время. Помните, без шума. Маркиз. Мадемуазель может абсолютно не волноваться. Клянусь, буду нем, как могила.
Охранников не видно. Поспешим. Дождитесь моего сигнала. За мной. Ну! Так, Вань, ну чё, вроде как должно все заработать сейчас. Угу. Погнали. Сюда, месье. О, хорошо. Извиняюсь, что-то там. Наушники новые. Не видел, как мы вошли. Это магнитный замок. Ищем блок управления. Это называется прогресс. А по мне это ключевый. Ищем блок управления. Ага, вот он. Бля, сейчас будем, короче, это. Приспособленец такое. Древнее. А? А? Что? 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 Это работа для механиков. Уж точно не пойдет. Да, очень я даже. Галахат, Лафаэт. Охранники компании оказали сопротивление. Они ведут огонь на поражение. Можете стрелять в ответ. Ага. Это нам Тесла предоставил такое приспособление. Бесшумно устраните охранника. Ну пойдемте. Сейчас мы его ножичком. Вот оборвался. Может, пробки? Нет. Понька, на. Нормально, спокойненько, хорошо. Так. Доберитесь до кабины экипажа. Значит, отклонив ФТ, чтобы выполниться. Так, ладно. Никого. Ожидаемое время перелета 3 дня и 6 часов. От лица экипажа хочу пожелать нашим гостям приятного путешествия.
Так, интересно, как же нам? Боюсь, мы слишком замешкались. Так а куда идти-то, блядь? Слишком замешкались, блядь. А, туда что ли? А? Ну да, ребят, немножко это. Вижу в кабине троих. С охранником может быть трудно. Придется импровизировать. Ну пойдем, я. Смотрите, летим прям. О, блин, круто. Утром причалим в Портсмуте, а потом какие-то пара дней, и мы в Америке. Ты мама. Дайте сигнал. Когда сидишь... Два, один, шарах. Один. Вспышка слева. Нормально? Нормально. Первый. Нормально меня убили, да? Вообще крутяк. Не ту кнопочку нажал. Все, с самого начала приходится делать. А. Чего? А, вот. На. 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 Мы забираем корабль во имя свободы. Персиваль, мы захватили кабину. Лафайет останется у штурвала. Как там у вас? Боргастем, возле больницы, в сторону кормы. Попробуем установить все. Приходите быстрее. Вас понял. Извещу, как только закончу разведку. Помните, все время держать руку на румпеле. Предоставьте это мне. Незаметно подойдитесь куда-то там. Погнали. Когда звонить. Лётная палуба, это служба безопасности. Наряд на 4 не рапортовал о выступлении на смену. Бейли еще у вас? Нет, он ушел пару минут назад. Может, решил выкурить сигарет? Кого-нибудь за Бейли. Это все? У меня работа. Всего хорошего. Хорошо. Акцент такой. Нет. Не так. О! Блин. Есть? Так. Опа, есть. Мужик стоит на двора. Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Блэк. С ножичка убить. Просто слухи. Но все равно лучше не скрывать. Если это правда, может быть,
Да-да-да, тут нужно было еще это. Надо убивать их идти. Аккуратненько. Блин, запалили. Ладно. Думаем, как пробраться тогда. Ты слышал? Сейчас мы его там, гуся этого, подрежем. Ля-ля-ля-ля. Эй, тут чужой! Да как так-то ей? Ладно. Ты слышал? Блин, сейчас в комнате светло, блин. Тут все темное, нихера непонятно. Бля, ящичи. Ну охренеть. Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Блэк-Оле. Опа, он туда наверх, что ли? Но Доппер все равно лучше не соваться. Так. А чем им затеметь-то? Это усами, что ли? Еще веду на плечи. Черными. Занавески такие, знаешь. Надо. Сейчас. Плохо видно просто. Темные места такие. Там никого здесь. Давай иди, сейчас я кокну. Приходится щуриться, потому что ни хера не вижу. Ладно, пойдем потихонечку. Ага, вон там один чувачок. Сейчас мы его аккуратненько так вот обойдем. Посмотрим, куда он пойдет. Ага, ага. И такого сейчас аккуратненько обойдем. Целых три дня. Как? Короче, у меня походу в последний момент как-то обнаружил. Ребята, это вообще какая-то... Что это? Видишь, как тут подходишь, как-то, видимо, либо слишком поздно нажал, выше она покраснела. То есть поторопился, типа. Или опоздал, наоборот. Дули-дули. До свидули. Ладно, сейчас. Аккуратненько.
Вот так вот сейчас. Так, один готов. Аккуратненько надо второго убрать. Вон, сейчас развернется. Вот я увижу слева там. Все. Давай, ёб твою мать. Да успел. Как, блядь? Блядь, как? Ладно, погнали еще. Ты слышал? Интересно, почему не хочет? Да не ну-ка, Ивань. Сейчас. Видишь, как тут все это? Не так просто все сделано. Тут надо прям точно-точно подгадать. Чуть-чуть тут, чуть раньше, чуть позже, все не считается уже. То есть, ну все сложновато достаточно. Чуть поторопился, и все. Надо, когда вот он сюда встанет. Да ёб твою мать. Ребят, что надо же так, а? Вроде кажется, так все просто. Ладно, погнали еще раз. Так как вот он его заметил-то, я понять не могу. Если еще первый нормально, а второй-то как? Может его там с какой-то там. Непонятно даже. Ты слышал? Вообще легко убивается. Бля, тоже не успел. Ой, хера не видать, еще тут много. Так. Собрали задницу в пучок. Ребят, я понял. Тут видите, я чуть ближе подошел, чем нужно. Он меня услышал и все убил. То есть нужно даже вот, элементарно дистанцию, кажется, держать. С одной тишины мало. Ладно, попробуем. Вот так. Кнопочка появилась. Угу.
так хорошо. Да ну что ты будешь делать тогда? Почему? Господи ты боже ты мой, блин. Ты слышал? Так, значит, тогда с другой стороны буду пробовать убивать. Так. Пошел. Пошел. Пошли. И... Оп! Так. Yes. Где он там ходит? Ага, ага. Да бляха, бляха, муха, да господи, блин, да что ж такое? Ой. Молча. Тоже раньше времени нажал. Капец, это же так они это продумали. Фу, нахрена? Вопрос, вот нахрена все они это придумали? Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Блэк-Оле. Еще говорят, игра за 3 часа проходится. На... Ага. Проходится она за 3 часа. И... Сами проходите за 3 часа и... На словах можно все что угодно сказать. А чё? Нужно вовремя его убивать. Там вовремя поражать. Не раньше, не позже. Ой. Пойдем. Yes. Да. Она что, может гостить? Ему скидывает. Заметно пробраться в бальный зал. Смотрите, сайка проходит. Барань, бля. Ребят, не смотрите никакие обзоры. Играйте сами. Всегда.
дела сложатся. На борту Лукан. Мой брат? Что тут делает командор? Кажется, пока все идет гладко. Да, сэр Лукан, все в порядке. Будем в Портсмуте довольно скоро. Хорошо. Оттуда курс на Америку. Черт! Он должен был провожать лордов до нашей границы. Может, сообщить ему, что происходит? И привлечь внимание повстанцев? Галлахан прав. Чувак, у меня выбора нет. Мистер будет недоволен, что его не предупредили. Тревожится пока рано. В случае чего он даже может оказать нам поддержку. Действуем по плану. Понял. Сообщу, когда найду позицию. Ваньк, меня хорошо слышно? Чисто? Ну, хорошо. Ого. А в кого стрелять-то? Будут одеты, как охрана. Они забыли униформу. Охранники без опознавательных знаков. На униформах солдат из Уайтчапела не было наплечных нашивок. Да, держите в курсе. Найдите переодетых повстанцев. Нормально вы, ребята, так это. Ну уже, повернись. Опа. Повернулся засранец. Вижу нашивку. Охранник рядом с гасницем свой. Прекрасно. Теперь остальная охрана. Нашивки нет. Персиваль, на первом этаже повстанец. Ясно. Продолжайте поиски. Нашивка. Персиваль. Охранник на лестнице. Настоящий. Хорошо. Ищите. Что ж ты не тем плечом повернулся? Проклятие. Нашивки нет. На балконе напротив повстанец. Вас понял. Проверьте всех до единого. Это был последний. Хорошо. Уничтожайте любую угрозу. Принято. Оружие заряжено. Доброй охоты. Ну что ж, мужчина, я что-то не понял. Ликвидируйте переодетых повстанцев. Ну, нам, во-первых, вот этого. Галахад, разобрались с повстанцами? Сейчас. Опа! Есть. Остался еще один. Где-то тут был еще один переодетый. Нет, это настоящий. Гастингс! Подарок от лидера повстанцев. Гастингс убит. Повторяю, Гастингс убит. Короче, нужно быстрее убивать. Видите, это на время, то есть... А какой из них какой? Оружие заряжено. Доброй охоты. Так, это настоящий. Так. Где? Галахад, разобрались с повстанцами? Один есть. Первый есть. Остался еще один. Где-то еще один должен быть. Где он? Какой из них-то? Они могут начать атаку в любой момент. Скорее. Терпи. Гастингс! Подарок лидера повстанцев. Где он? Гастингс убит. Повторяю, Гастингс убит. Я понял, что Гастингс убит. Одного-то я увидел, а второй-то где? Блин, было запоминать нафиг. Оружие заряжено. Доброй охоты. Какой из них где, ёпта? Это настоящий, я так понял, да?
разобрались с повстанцами? Да я не вижу, как, кто из них где. Верхнего я знаю, где авто. Они могут начать атаку в любой момент, скорее. Терпение. Вот, вот, ребята, вот что значит... Подарок от лидера повстанцев. Что значит это? Гастингс убить! Забыли. Какой из них кто? Че, скидку? Всех, что ли, убивать подряд? Нет, верхнего-то я запомнил. А какой-то второй был переодетый повстанец. Это я понять не могу. Добрые охоты. Давайте на скидку попробуем. А не убивается. Галахад, разобрались с повстанцами? Не убивается. Сейчас. Вот он. Раз. Лука! Повстанцы! Вытащите Гастингса! Убедите его! Гастингс ушел! Нужны еще люди! Переходим к складу Б! Персиваль, цель убита! Идут повстанцы! Мне нужна поддержка! Принято! Направляемся к вам! Сейчас, ребятки, поехали. А, ну чё я паришь-то? Знаете, ребят, конфету вам. Всё. Болею. Короче, так. Нужно потихонечку. Я вижу, откуда они вылезают. Держите их любой ценой.
Ладно. Собака, балдёж же совсем. Я вижу, откуда они вылезают. Держите их любой ценой! За 3 часа они против... пошли. Херею, блядь. Трехчасовые, блядь, стримы, самые. Зажигательное оружие на воздушном судне. На счет дверь туда. Выходи, хер. Хрязь. Будем тебе. Конечно, порву я. Че? Нормально. Патронов нет. Крутяк. Ребятки, патрончики бы у вас бы взять. Очень хотелось бы. Патрончиков у вас. Немножко взять. Так, куда нам? Наверх.
это кобздец. Ай, уходи. Я не знаю, как я выжил. Пес какой, да? Черт возьми. Там такой гусь наверху, тут будьте любезны. Предводитель повстанцев. Та женщина из Вайтчепла. Веду преследование. Не дайте ей уйти. Не дайте ей уйти. Я что-то не понял. С самого начала что началось? А, нет, подождите, все верно. Сюда. Вижу тебя, собака. Ну и куда? Извольте вас спросить, куда деваться. Да где она? Думаете, я вижу, что ли? Где, кто, чего, что? Не дайте ей уйти. Куда она пошла? Кто-нибудь видел? Да. Что-то мы пропустили. Повреждение правого борта. Аварийные команды 8 и 12.
Персиваль, я потерял цель. Продолжаю погоню. Оставить. Идите к шлюпкам. Тут проблемы гораздо серьезнее. На борту осталось второе устройство. Черт. Ладно, я возвращаюсь. Это, по-вашему, разумно. Мы не могли предвидеть подобных обстоятельств. Ваша миссия в Уайтчепеле была тайной. И вдруг мне докладывают о многочисленных погибших и об уничтожении лондонского госпиталя. Теперь это... Разумеется, я сдержу слово. Я возьму на себя всю ответственность за возможные последствия. Себастьян, вы хоть понимаете, что я не смогу оградить вас от гнева лорда-канцлера? Или ордена. Ваш отец все поймет. Сейчас наша главная задача — найти второе устройство до взрыва. Рыцари, минутку внимания. Нам надо покинуть корабль, пока еще не поздно. Сэр Лукан проводит вас и организует эвакуацию. Мы продолжим поиск. Ситуация требует слаженных действий. Как я понимаю, никто не хочет остаться на борту. Мы вернемся, как только сможем. Лиззи, помогите ему и назад на руку. Нет. Я останусь с вами. Изи, найдите Лафайета и покиньте корабль. Я отвечаю за вас перед вашим братом. Идите. Ради меня. Нужно оружие. Тут рядом пост охраны. Возьмем оружие компании. Повстанцы отправят кого-нибудь взорвать второй заряд. Да, женщина и ее сообщник сбежали, чтобы привести в исполнение резервный план. Наверняка. Согласен. Тогда за дело. Я буду здесь. Попробуйте попасть в оружейный трюм. Крысы бегут с тонущего корабля. Трусы. Берите, что нужно, и уходим. Нормально. Квартирмейстер припас тут оружие на целую армию. Охранники компании редко действуют добрым словом. Не понимаю, почему компании разрешено иметь собственную армию. Оружие такое серьезное. О! А что такое? За автоматом смутный. Пожалуй, я его оставлю. Впереди могут быть повстанцы. Осторожно. Понятно. Всем оставшимся на борту. Не поддавайтесь панике. Мы следуем. Займитесь дверью, я прикрою. Случай там обострения ситуации. Оставшиеся пассажиры будут высажены на ближайший причальный борт. И все это, чтобы убить одного человека. Повстанцы перешли к решительным действиям. В самом деле, ну что-то не так. Это чересчур смело даже для них. Может, вы и правы. Но все равно мы должны их остановить.
Сиваль. Перехожу ко второму устройству. По сигналам. Егор, мы за ним! Стоять на. Настрелял. Чё, собака? Нормально. Все чисто. Шевели. Надо найти второе устройство. Надо следовать за целью. Сейчас убьют там, небось. Нас едва не убило, мой друг.
Это уж точно. Оставьте! Должен быть другой путь. Нет времени. Идите без меня. Я попробую в обход. Не теряйте цель. Ого. Лафаэль, что происходит? Все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать тут? Недолго, наверное. Нормально. Ты обалдел, что ли, совсем? Подумай. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, еб... Ой. Да, интересно, как же узволить-то? Ладно, тогда пойдем вот так попробуем. Лафаэль, что происходит? Повреждение отрыва все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать путь? Недолго ты сейчас. Да. Он, короче, подрывной. Ну что ж такое-то, у меня прям все нос чешется. Подрывной с каким-то ружьем нафиг. И... в броне он не пробивается ни хрена. Лафаэль, что происходит? Повреждение отрыва все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать судно? Недолго, Мичерки. Дайте нам хоть пару минут. Я понял. Я прикрою. Иди нахрен. Это все, мать? Осторожно! Чё проверка чата? Я тебя нормально слышу. Вижу, точнее. Твой чат. Может, с пистолета попробовать его? Повреждение отрыва все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать судно? Недолго, Мичерки. Сделайте, что сможете, Маркиз. Дайте нам хоть пару минут. Нахер. Да. Толян. Что происходит? Повреждение отрыва все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать судно? Недолго, Мичерки. О! Сделайте, что сможете, Маркиз. Дайте нам хоть пару минут. Я понял. Давай, иди, еб.
Толя молодец вообще. Украсил мой стрим. Иди отсюда. Ароматами радуги своей. Да. Что происходит? Повреждение взрыва все серьезней. Как долго вы будете удерживать путь? Недолго, зачем? Бля, да капец какой-то нахер. Куда ему? Он весь бронированный. Куда ему? Тоже не дох, не сражай. Выходите. Недолго, ты чест. Сделайте, что сможете. Лафайет. Давай. Сделайте, что сможете, Маркис. Дайте нам хоть пару. Я понял. Я выдвигаюсь, говорит. Где этот Супермен, Тарик? Я не знаю, что это, как убивать его. Так. На минуточку. Перерыв. Сейчас отойду. Что происходит? Повреждение взрыва все серьезней. Как долго вы сможете удерживать судно? Недолго, зачем? Сделайте, что сможете. Дайте нам хоть пару минут. Я понял. Трубокоп этот пошел, блин. Что происходит? Повреждение взрыва все серьезнее. Как долго вы сможете удерживать путь? Недолго, зачем? Сделайте, что сможете, Маркис. Дайте нам хоть пару минут. Я понял. Ай!
Все, хана вам, собаки. Ща как жахну. Уходим на танцпол. Знаю. Нравится мне его пушка, короче. Пойду свою возьму. Где она? О, говно какое-то. Все. В каютах были повстанцы. Нейтрализовал их и продолжают преследование. Я понял. Направляюсь на нос корабля. Потом пробьюсь к вам! Здесь ничего. Здесь что? Здесь ничего. Комнатки какие прикольные, да? Ну все, значит вниз. Вон, летит, смотрите. Тут горит что-то там. Двигатель какой-нибудь. Маркиз, стукните его по затылку и затащите в шлюпку. С удовольствием. Ну, подонок, ты сдохнешь, что-то нет. Подонок. Собака, два магазина. Оружие стратил, собака. Стоять. Не стрелять? Его надо остановить. Без разговоров. Поверьте мне, Грейсон. Послушай меня, сынок. Сдавайся, прошу. Не знаете, с кем связались? Не мы ваш враг. Сейчас прыгнет он. Докажи. Прекрати это безумие. Нет. И позволить компании оставаться безнаказанной... Не бойся. Нет, не останется. Поздно. Себастьян! Друг. Прошу, не делай этого. Интересно, и что? Лиззи, я тут. Лиззи, вы слышите?
Вообще, да, круто? Там фильм. Лукан, Сагромор, Элиан. Мы потеряли связь с Персивалем и Галахадом. Прошу ответить всех боеспособных рыцарей, находящихся у Хрустального дворца. Мы полагаем, что в катастрофе никто не выжил, мадам. Это я. Грей? Грей, прием! Да где же вы? Внимание! Сэр Галахад живой! Ищите! Оставьте меня. Идите на заседание. Да. Ничего. Я успею к началу церемонии. Я вам сочувствую, месье. Месье. Персиваль был великий человек. Лучший из нас. Я взял на себя смелость отложить эти вещи. Я знаю, что это не положено. А, бутылочка эта, смотрите. Сейчас графон будет. Это, видимо, вещи его этого, наставника этого. Часики. Вот эти, может, я могу покрутить их. Классно, а? Это я сам делаю. Прикольно. Как все прорисовано. Поближе, поближе посмотрим. Смотрел, как. Вы не виноваты в случившемся. Не терзайте себя. Но как? Он был мой наставник. Мой брат. Это так. Но лучше думайте о предстоящей церемонии. Прочие подождет. Остается слишком много вопросов, Алистер. Я намерен найти ответы. Мэлори будет отмщен. Не позволяйте себе размышлять о возмездии. Это путь к безумию. О, все верно.
Идемте. Совет ожидает нас. Лорд Гастингс направляется сюда из штаба компании. Он хочет лично поблагодарить вас за спасение своей жизни и пассажиров. Индийская компания перед вами в долгу. Более 6 веков рыцарь по имени сэр Персиваль был нашим братом. Он видел, как гибли королевства, а на их месте возникали другие, столь же приходящие. Он видел, как мир заполняют полукровки, и преследовал их без устали. Он мог лицезреть все это потому, что на нем лежало благословение. Грааль. Черная вода, что бежит по нашим жилам. Узы, что скрепляют орден. Эликсир, исцеляющий раны и продлевающий жизнь простым смертным, но не дарующий бессмертия. Ныне Себастьян Мэлори, сэр Персиваль, мертв. В ордене заведено, что даровать рыцарское звание можно тогда, когда умирает носитель этого почетного бремени. Поколение за поколением новые рыцари берут имена своих прославленных предшественников. Сегодня мы собрались по этому печальному поводу. Из старой крови. Грааль родит новую жизнь. Итак, Мари, Жозеф, Поль, Ив, Рок, Жильбер де Мутье, маркиз де Лафайет, клянешься ли следовать заповедям нашего ордена? Клянешься ли посвятить жизнь борьбе за правое дело? Всем моим сердцем. Пей же. Пусть Грааль даст тебе жизнь за гранью жизни. Круто, да? Всем причастием. Ты навеки связываешь себя с орденом. Отныне этот сосуд будет наполнять лишь твоя кровь. Пусть черная вода тебе поможет. Используй ее с умом. Нарекаю тебя Персивалем. Слугой великого короля, рыцарем круглого стола. Встань, сэр Персиваль, и займи свое место за нашим столом. Стража! Вынесите тело Себастьяна Мэлори из зала заседаний и доставьте в склеп. Призываю совет к порядку. Пусть эта страшная трагедия послужит предостережением тем, кто не внемлет решением нашего совета. Покойный Себастьян Мэлори. Я знаю, Вань, что ты здесь. Я просто слушаю внимательно. Игру. Нет. Он пал жертвой собственного гонора и безрассудства.
Он пренебрег словами тех, кто поклялся отстаивать высочайшие идеалы долгой жертвенности. И чего он добился? Лорд-канцлер, позвольте возразить. Разрушил общественные здания. Поставил под угрозу жизнь граждан. Нанес бесчисленный урон собственности объединенной индийской компании. Лишь волею провидения удалось избежать еще больших разрушений. И при всем этом ни один повстанец не был схвачен. Наоборот, своими самовольными действиями рыцари, возможно, сослужили врагу большую услугу. Лорд-канцлер слишком суров. Осмелюсь напомнить, что стараниями сэра Персиваля удалось добыть ценные сведения. Всего лишь косвенные улики. Ничем не обоснованные гипотезы, приведшие к ужасной катастрофе. Не желаю больше об этом слышать. При всем уважении, лорд-канцлер. Сядьте, сэр Галахад! Лорд-канцлер! Я тоже потерял друга. Больше, чем друга. Брата. И вы сейчас порочите его доброе имя. Вам грозит выговор за нарушение субординации, сэр рыцарь. Я прекрасно осознаю свою вину в случившемся. Но окажись я вновь в подобных обстоятельствах, я поступил бы точно так же, как хотел Мелори. Благородный сэр, господа! Повстанцы атаковали карету лорда Гастингса, они попали в западню на Вестминстерском мосту. Ну что? Mortal Kombat. Сэр Галахад, файт. Это еще не конец. Кто-то должен ответить за гибель Себастьяна Мелори. В этом можете быть уверены. Вооружитесь и займите оборонительную позицию. Галахад, командуйте. Винтовочку выдали. Идем. Все скомандовали. Сэр Галахад! Там на мосту напали на карету лорда Гастингса. Мы не знаем, есть ли выживший. Лукан и Грейна Персиваль, за мной! Возможно, Гастингс еще жив. Нужно пробиться к нему. Больно! Черт! Вот его из них разрезать! Вижу стрелка! Повстанец убит! Я под обстрелом! Перезарядка! Граната! Ходите, падла. Начал падать, да.
все. Эту часть моста мы отбили. Скорее! Нужно спасти лорда Гастингса! Нужно вызволить Гастингса! Я вас прикрою! Лукан, играй на! Давайте! Тащите его, когда я скажу! Поняла! Готовы? Отступаем ко дворцу! Грей, куда вы? Закончить начатое! Сейчас не время для мести! Придите в себя! Грей, стойте! Так, что произошло? Короче, я так понял, что хер с ними. Лорд
Надо в ту серединку его забегать. Да! У нас есть страх, когда мы поедем. А вот такая вот я нашла эту. Ну-ну-ну-ну, говори, чего? У меня там подойдет мой приемник? Подойдет. А ты можешь мне песенок сбросить? Могу потом только. Когда? Потом. Это Страж 3. Мы в одной лиге в север от Вестминстерского моста. Страж 3, разрешите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэр. Потом. Интересно, как же нам подержаться такую толпу-то? Давайте тогда так. Лорд Гастингс у нас. Кто-нибудь видит Галахада? Да! У нас есть стражи в этом районе. Заруку. Это Страж 3. Мы в одной лиге в север от Вестминстерского моста. Страж 3. Разрешите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэм. Полный. Че, ругаешься, а? Паскуды меня назвал. Купите. Да ё-моё, ну что такое? Ай. Страж 3, разрешите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял. Ты думаешь, чего мне расслышится? Нать, ёб. Блин, этот гусь опять пошел. Обалдеть. Ой-ой-ой.
На, ёп. Ну уходи ты, придурок! Че, где там? Кто там? Что там? Аккуратно очень. Где? Кто? Что? А, понятно. Ну ладно, ребят, раз уж так уж, так уж, ладно уж. Вот, через забор закину вам конфеты. Ага. Хорошо. Ой. Ой. Где? Эй, вы двое! Один сюда, второй направо! Давайте живее! Страж 3, нужна поддержка! Да хер тебе. Мы уже на подходе, сэр Галахад. Вас понял. Рыцарь, убейте его! Че, балдели, что ли? Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас оружие на переплетной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. Понятно. Сейчас ручная пушка будет стрелять. Я ж понял. Страж 3, не смейте его упустить. Есть, мэм. Ага. На, вот так я. Ага. Больно.
Кто это? А что это такое? Что это? Что-то сверху там. Ага. А, ну все, сейчас его. Да неужели снайпер? Сэр Галашат, мы обнаружили хвостов да. Оружия на перепрыжной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. Ну, вас понял, конечно, блин. Сэр Галашат, к вам приближаются повстанцы. Я готов. Трасси! Что за хуй это? Бум. Собака. Сэр Галахат, повстанцы отступают. Солдаты королевской армии уже на подходе. Они обеспечат защиту. Гирс оф Гар. К черту армию. Гирс оф... не Гирс. Это моя битва. Ух ты, базучка какая. Ну ладно, поехали, девочки. Сэр Галахат. Холодзысь. Выходите, ребят. Нам на дискотеку. Еще есть? Желающий пообщаться. Всем сотрудникам, не приближайтесь к восточной. Нормально я себя пострелял. Ладно, погнали дальше. Ага. Мы наблюдаем интенсивный артиллерийский обстрел. Thank you.
как говорится, глаз алмаз. Пушечка. Галахад, это прямой приказ. Отставить! Галахад, что вы делаете? Придите в себя, возвращайтесь во дворец. Месть. На! Где индианка? Где она? Ну все, мне рычаг пошел. Где она? Где? Отвечай! Отвечай! Уайт, Чапели. В борделе. Где сэр Галахад? Леди Грейна, сэр Галахад на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем к нему. Да стой! На! Судья Дред такой. Хозяин, налей! Налей, не слышишь? Чувак, вообще, ну, не в нике конкретно. Абсента! Абсента! Ну, бан, сейчас абсента, как там, сколько там, 90 градусов, что ли? Сколько, я не помню. Очень крепкая вещь. Пробовал абсент, чуть плохо не стало. Что пытаетесь утопить? Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, и вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне неинтересно. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Такая враждебность. Похоже, вам пригодится вот эта рыцарь. Черная вода. Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре, Нечегаро. Деви. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего с глазу на глаз. Сухо на ухо.
А ты постой. Мы будем говорить наедине. Подержи-ка дверцу. Да. Атрикари Парибуба. Типа, как скажете. Смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Неужели он хочет сказать, что главный мужик всего ордена тут этот? Он какой-то... Мы боремся с одним злом. Подставной. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже, ямли моя жертва. Рыжая собака, че ты бегаешь, а? Ты че бегаешь тут, а? Таракан. Все его подлые сообщники. Вы ждете, что мы будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты, даже от Ордена. Ну так вот. Какие секреты? Нет времени на игры! Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы. Ответ ждет вас в доках компании в Blackwall Yard. Нужно спешить. Если бы солгали, вы я вас сожру. Тоннели ведут в Blackwall Yard. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять. Среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Стыдитесь своих знаков отличия? Просто не хочу бросить тень на вас. Абсентик. Типа кинул орден.
известно о чистоходниках? О предках полукровок? Это древние существа, которые такими и родились. Их никто не обращал. Ну что, ребят, я предлагаю заквадрачиваться. Примерно сколько мы? 2 часа почти уже. Остримили, да? Не видно, правда, сколько идет трансляцию. Потихонечку будем проходить. Так что давайте закончим на сегодня, а то дальше будет неинтересно. Всем пока-пока. Спасибо, что пришли. Пока.